Привет, Москва. I'm Давид Васеки, especially from MTV+. Ответ на вопрос получился не просто обширным, а всеобъемлющим. Давиде быстрее Чилтона, но британец по известным обстоятельствам имеет больше шансов сейчас в Формуле-1. Хочется верить, что этот обаятельный итальянец действительно еще себя покажет. Вот у кого-кого, а у Давиде Вальсеки желание побеждать хоть отбавляй. Главное, что он умеет это делать. Осталось начать управлять болидом Формулы-1 и, соответственно, приносить максимум очков своей команде. Oh, you like that gossip? Like you the one picking what gossip.com.